Очаков ТВ представляет. Здравствуйте. Привет. О чем разговариваете? О войне, конечно, о чем же еще? Давайте. Какие вопросы у вас по войне? Вы на войне находитесь? Нет, нет, я не на войне, так же, как и вы. Вот, но война это настолько живо трепещущая тема, да, самая актуальная, что ее обходить сложно, правда? Ну, наверное, не знаю для вас, как это сложно. Ну да. Вы в каком городе живете? Ростов-на-Дону. Ну, видите, слушайте, вот Ростов, это же тоже не так далеко. По-моему, и в Ростов тоже прилетало там, да? Нет? Ну, вы знаете, как я не знаю, почему украинцы думают, что если куда-то что-то прилетало, это значит, что мы должны сидеть здесь как-то напугаться, что ли, или что, я не пойму, как вот у вас это в голове вяжет. Но вы-то не с Украины, вы с Америки. Я живу в Америке, да. Ну. Как бы постоянно я живу в Америке, да. Ну, вы знаете, что в России никогда это никого не пугало и не испугает. Если у нас стоит цель, мы до нее дойдем в любом случае. Какой бы ценой это нам ни стоило. Понимаете? То есть смерть вас не пугает, да? Ну, мы когда-нибудь все умрем, вы знаете об этом? Ну да, но человек же рождается, наверное, для того, чтобы достойно прожить свою жизнь, а не выбросить ее там на помойку, скажем. А как вы думаете, почему в армию берут с 18 лет? Ну, потому что 18 лет – это самый минимальный срок, когда человек достигает своего определенного уровня физического развития. Ну, а еще очень большой плюс, почему в Великой Отечественной войне, и Второй мировой в целом, можно сказать, самое большое количество геройских поступков и вообще героев Советского Союза были люди достаточно молодые, там 18, 20, 22, там, может, 16 лет, и вообще даже подростков много очень. А потому почему, что в этом знаете? Возрасте, потому что в этом возрасте человека ничего не держит, у него нет семьи, у него нет детей. Он очень самоотвержен, он очень рискован. Поэтому как бы люди 18 лет, они и воюют лучше. И, в принципе, как бы их и берут в армию, да, для того, чтобы именно 18 лет человек выполнял свой долг спокойно, не оглядываясь там, на семью, на детей, там, на плите и так далее. Поэтому это возраст такой сам по себе. Я 18 лет, когда в армию пошел, я писал 2 раза в Ханкалу, чтобы меня в Чечню перевели. И у нас 2 раза рвали наши бумажки и комбат. Вот. Это было 18 лет. Как бы, ну. Вот, вот. Вот мне очень понравился ваш жест. Я был ровно в такой же ситуации. Мы в Афганистан, я служил, когда была война в Афганистане, писали мы заявление всей ротой, добровольцами. О чем это говорит? Вы правильно показали. Это говорит о том, что у людей 18-20 лет, там 20 небольшим, у них не хватает ума понять. Они думают, что как? Они будут жить вечно. Они не понимают ценности жизни. Они не понимают, что эта жизнь, когда закончится, то для них закончится все остальное. Человек этого не осознает. Только поэтому это происходит. Ну да, ценность жизни по-любому как бы есть у всех, именно как жизни, да. Но в 18 лет я думал о том, что даже если меня убьют, но я повою, я буду героем, возможно, там у меня будут какие-то, может быть, достижения военные, в военном деле. То есть останется память обо мне, там, медали, там, еще что-то. То есть это вот такой мозг был в 18 лет, я поэтому показал. Так, когда да, ты, как бы, не я думал, про это и говорю. Вот, мозг 18 лет, у меня такой же был. Я тут абсолютно с вами согласен. Но смотрите, возвращаясь к нашему вопросу. Вы сказали, что почему там все думают, что мы вот боимся. Конечно, вы боитесь. Если вы цените свою жизнь,
вы боитесь ее потерять, потому что вам есть что терять. Знаете как, вот кому нечего терять, тот свою жизнь не ценит. Это же азбука, это азбучная истина. В России люди, к сожалению, или к счастью, не знаю, наверное, к сожалению, большинство людей это нищие. И они не боятся умереть, потому что им такая жизнь нахрен не очень нужна. Вот о чем речь. Вот скажите, пожалуйста, вот вы сейчас в разговоре как бы, да, скатились на, ну, на какую-то, как сказать, ну, на неправду, что ли, и пытаетесь ее выдать за правду. Поправьте, мне, как бы, поправьте меня. Ну, смотрите, если вы сейчас возьмете процент людей, живущих за чертой бедности, в процентном соотношении к населению в России и в США, вы удивитесь, в США за чертой бедности живет больше людей. Это первый вопрос. Угу. Второй момент. В России, если вы не были там ближайшие лет 15, то если бы сейчас вы попали в Россию, вы бы приятно удивились. На самом деле люди, приезжающие с Европы даже года два назад, три к нам, они говорили, что они приезжают как будто из деревни в будущее. Потому что Россия уже давно опередила европейские, ту же самую Японию. Вот недавно я про нее передачу смотрел, которая на дискетах до сих пор хранит информацию. Да? То есть, как бы, если... Ну, вы можете улыбаться, можете перепроверить. Не-не, я слушаю. Заканчивайте мысль. Вы понимаете, когда вы не живете здесь, да, и вы не знаете, что здесь есть, вы смотрите только какие-то ролики, там, собранные какое-то говно с Google Maps, там, и так далее. Но если вы возьмете, допустим, статистику, сколько деревень заброшенных есть в Испании, вот в такой маленькой Испании, то вы удивитесь, Google вам выдаст цифру больше 3000. Вот. А люди в России, где от одного населенного пункта до другого 100-200 километров бывает, ищут какие-то заброшенные деревни там или какие-то заборы покосившиеся. В Испании 3000 деревень заброшенных. Вдумайтесь только в эту цифру. Не разгоняйте пропаганду. В России я понял вашу мысль. Давайте, чтобы я не забыл. Первое, чтобы ваш тезис первый был. Вы сказали, что в Америке за чертой бедности живет больше людей, чем у вас. Конечно. Вот. Процентов, да. Да, процентов. Ну, во-первых, даже по статистике, если брать американскую, сколько в Америке живет, и российскую, сколько в России живет за чертой бедности, то если вы послушаете вашего академика Нигматуллина, академик Академии Российской Академии Наук, он говорит, что у вас 74 или 75% нищие. Он не говорит нищие, он говорит бедные. Это первое. Второе. Что такое бедные? Вот. Он там рассказывает, что такое бедные. Он говорит, вот, да, Путин, ну, говорит, расскажите, что средний класс, по своим расчетам, это было года три назад, да, Путин говорил, 17 тысяч рублей в месяц, это, говорит, средний класс. Ну, исходя из каких-то ваших расчетов. Блин, как? 170 долларов в месяц, это у вас средний класс? Подождите, когда же 17 тысяч говорил Путин средний класс? Года 3, максимум 4 назад. Ну, смотрите, сегодня средняя зарплата в России 70 тысяч. И я вам скажу так, я же сужу, допустим, по своему кругу общения. Нет, смотрите, я не закончил, во-первых, свой... Нет, я вас слушал, не перебивал. Я не закончил свой ответ. Вы зацепились и поехали. Давайте, чтобы не уходить. Давай. Вы сказали, что больше в США население ниже прожиточного минимума. Да? Так вот, прожиточный минимум какой считается в России и какой в США? Давайте в цифрах. Не хотите сравнить? Это не от, мне кажется, не от прожиточного минимума считается за чертой бедности. От чего? Скорее всего. От чего? Я не знаю, какая... Вы не знаете. Я понял. Этот вопрос вы не знаете. Конечно. Проехали. Поехали дальше тогда. Давайте поговорим о том, о чем знаете. Подождите. А что вы мне хотели сейчас привести в пример прожиточный минимум? Ладно, давайте я даже возьму за прожиточный. Если мы берем стоимость жизни в России и стоимость жизни в США, то, конечно, там будет она на порядок выше. Кто вам сказал такое? И денег нужно ерунду для этого. Хорошо, сколько стоит стрижка ваша? Стрижка, могу сказать легко. Значит, в
той парикмахерской, в которой я лично стригусь, она недорогая, сразу говорю, там есть разные, естественно. Ну вот. Я стригусь у ней уже больше 20 лет. Там сколько стоит стрижка? Сколько стоит стрижка? Значит, на сегодняшний день она стоит, если я не ошибаюсь, 11 или 13 долларов. То есть на ваши деньги... Моя 3. Меньше тысячи, меньше тысячи рублей. Да, моя 3 доллара. А, на лысо у нас вообще стоит 2 доллара. У меня не мало, у меня 3 насадки с нуля до 5. С переходом и ножничками челок. А где? А в каком значит, вы городе живете? В каком вы городе живете? Я же сказал, Ростов-на-Дону. А, Ростов-на-Дону, да, я забыл. Это у вас соседка за эти деньги стрижет или как? Ладно, вы не верите? Хорошо, давайте поедем. А давайте наберем сейчас, сколько стоит стрижка в Ростове-на-Дону. Давайте. Давайте. Давайте на интернете наберем. Цирюльник, забивайте цирюльник. Давайте, сейчас мы наберем в интернете. Это же очень просто. Я говорю, есть сеть у нас. Вы уже начали перебивать меня без остановки. Сеть цирюльник называется. Забейте, сколько стоит стрижка. Что-то вы как-то быстро это перестали нормально общаться. Как-то у вас на мало вас хватило. Бензин почем сейчас в Америке? Давайте со стрижками закончим, потом будем дальше говорить. Угу, давай. Вы долго, нет? Нет, вы торопитесь куда-то? Да не, ну я что, буду полчаса сесть и ждать, когда вы стрижку найдете? Нет, надо полчаса. Сказал, я просто посмотрел на Ютубе случайно, сейчас я в Гугле забиваю. Сеть цирюльник называется. Ладно, давайте вы пока ищете, вы мне можете на вопрос отвечать, или вы не способны пока ищете на что-то ответить? Не, я не способен. Интернет сколько стоит у вас? Вот у меня 100 мегабит в секунду, 2,5 доллара в месяц. У вас сколько? Стрижки для мальчиков в Ростов-на-Дону. От 620 рублей. Рублей. От 600. Я сказал цирюльник. А это куда 7, это 7 долларов. Это 7 какую долларов. Вы сеть зашли? Какую вы сеть зашли? Я сказал цирюльник. Называется сколько стоит сеть у нормальная таких... мужская стрижка? О, от тысячи до 3,5. Вы еще раз говорю, вы в цирюльник. 3 доллара, говорит, блин. Я сказал цирюльник, сеть. Ты не слышишь меня, что ли? Цирюльник. А, у вас во всей России есть сеть цирюльник, да? Да, у нас есть абсолютно в каждом дворе практически цирюльник, да. А, это кто? Это соседка? Тетя Зоя? Это сеть, я сказал, это сеть. Но я понимаю, в Америке нет сетей никаких там, парикмахерских сетей, магазинов. Сеть, понимаешь? Магазины и огромное количество сетей. Хорошо. Да, их очень много, цирюльник. Тихо, цирюльник, да, сейчас я забью. Не суетитесь. Говорите спокойно. Иди такой, блядь, дурачок. Сейчас скажут мне, сколько интернет у них стоит, блядь, и все, и волосы зашевелятся. Тихо. Только не ругайтесь матом. Чего вы на мат перешли? Не тяните разговор, давай, я понимаю. Ты уже просто подгорел. Я понимаю, вы не тянете разговор. Я понял это.
Да, конечно, куда мы перешли на мат. Интеллектуалом разговор. Вы перешли на мат. Это же просто интеллектуал. На мат. Вверх. На мат. Все, подгорел, блядь. Затроил одно и то же начал говорить. Ну, понятно. Стрижка любой стрижка цирюльники. Стрижка любой модели и длины волос, в том числе барберская стрижка, 349 рублей. 349 рублей, это уже не 3 доллара, уже 4, во-первых. Во-вторых, окантовка после этого еще 100 рублей. Поэтому поздравляю вас, гражданин Саврамши. Зачем вы соврали, что у вас это стоит? Я плачу 350 рублей за свою. Тети Зои, да, из соседнего подъезда, да? Ладно, мужик, давай, ты на этом... Ладно, смотри, хорошо, все. Ты мне задал вопрос, тихо, спокойно. Спокойно, спокойно. Мы сейчас обсудили стрижку. А теперь скажи, сколько у тебя стоит окорок копченый в магазине? Я, ты знаешь, окорок копченый не ем. А, естественно, у тебя денег на него не хватит. Об этом и речь. Смотри, я люблю сало копченое, да, вот сейчас мне друг... У тебя денег не хватит на это. Килограмм сала, Adidas сало, знаешь, 3 полоски мяса, да? С корочкой, копченая корочка, сало копченое, корочка жуется без волос, то есть все осмаленное. Короче, сало стоит 550 рублей килограмм. Вот, копченое, совершенно верно, охуенно. Совершенно верно. Adidas. А у нас не сало, а копченый окорок, свиной, сочный. Угу. Рулька, что ли? А? Рулька. Или рулька, или порезанный раб. Рулька у нас стоит 250 килограмм. Успокойся. Какая? Копченая? Копченая рулька? Да любая рулька стоит копченая? 250. Копченая? У вас стоит 250 килограмм? Я ее сам закопчу. А, ну понятно. Мне зачем ее коптить? У меня есть коптилка. Браво. В общем, ты обосрался. Ты обосрался с этим, правильно? Подожди, ты обосрался, правильно? Нет, ты обосрался. Ты в Америке живешь. Я в России живу лучше тебя в 20 раз. Как ты лучше сидишь, меня живешь? Посмотри на себя. В чем ты живешь, блин? Посмотри. В смысле? Ты не можешь себе позволить. А что у меня? Ты не можешь себе позволить даже купить копченый окорок, понимаешь? Ты не можешь себе позволить купить копченый окорок. Я нормально себя чувствую, ты что, дурачок? Я же не сказал, что ты себя ненормально чувствуешь. О, видишь, ты перешел на личное. Я сказал, я не ем. Ну, понятно. Я не ем его. Ну, все, друзья, он слился, короче. Человек слился. Он перешел на оскорбление, он перешел на мат. Это понятное дело. Вы знаете, вот так вот они все и сливаются. А если я ему расскажу, что у них копченый окорок стоит где-то от 600 рублей, да, за килограмм. А у нас не на распродажах. Стоять, я тебя... Куда ты убежал, гаденыш? Он, видите ли, выбирает те позиции, которые у них самые дешевые. Да даже с их самыми дешевыми позициями американские цены могут соревноваться. Даже с их самыми дешевыми позициями. Говорит, а сколько бензин? А что ты не спросил меня, сколько там, не знаю, года полтора назад бензин, когда у вас стоил в долларах дороже, чем у нас? Он, естественно, он спрашивает каких-то несколько позиций и думает, все. Вот там чуть-чуть дороже в Америке что-то стоит, там на 10%. Все, Россия победила. Ну, друзья, конечно, он меня знает. Естественно. Вот, ну, и, естественно, он не нашел другого способа, кроме того, как слиться. А слился он не тем, что он убежал. А слился он тем, что он перешел на мат и на оскорбление. Вот этим он слился. Они не способны вести тему. Они не способны глубоко ее вот проанализировать, проговорить и прийти к какому-то общему знаменателю. Мы же даже сейчас не стали сравнивать зарплаты. Вот так вот, друзья. Не забываем подписываться, ну и все остальное по списку. Комментарии я ваши жду и читаю. Пока.